Вчерашние данные по продажам на вторичном рынке жилья в США оказались хуже прогнозируемых, и американский доллар упал против большинства валют. Падение продаж недвижимости дает понять, что темпы сворачивания программы стимулирования, возможно, будут не столько быстрыми, как предполагалось ранее. Пара евро-доллар достигла пятинедельного максимума 1.3218, после чего откатилась к уровню 1.32. Отсутствие сегодня важных экономических данных сохраняет потенциал для роста пары и повышает вероятность продолжения восходящего тренда. В нашем прогнозе на 23 июля по евро-доллару мы предполагаем пробитие сопротивления 1.32 и движение к уровням 1.3229, 1.3270 и 1.33 ровно. Сильная поддержка находится на уровне 1.3174.